Детская дружба переросла в крепкий творческий союз. Группа «Тайсо» уже около 30 лет объединяет 4 совершенно разных людей. Общее у них одно – любовь к музыке. Единой творческой концепции у группы нет. Все песни, которые они исполняют, разноплановые. Дело в том, что не будучи профессиональными музыкантами, то есть людьми, для которых от того или иного качества их творчества по большому счету зависит их, ну, какие-то жизненно важные моменты, да, мы можем делать музыку и творить свое удовольствие исключительно. Это позволяет нам не зацикливаться, не сосредотачиваться на чем-то конкретном, а стараться жить широко и красиво, так как нам нравится и как, надеемся, нашей публике нравится в итоге. Открыла концерт песня «Небесный механик» на стихи саровского поэта Андрея Тенигина. Практически вся новая программа «Тайсо» построена на его произведениях. Тем самым музыканты отдали дань уважения своему близкому другу, погибшему в 2017 году. Спроси меня, о чем тогда друг другу мы с тобой молчали. Известно мне наверняка, что жизнь всегда любви короче. Спроси меня, еще пока я не ушел осенний. Участники «Тайсо» выступают на городских концертах и выезжают за пределы Сарова. Практически каждый раз они собирают полные залы. Их песни находят отклик в сердцах как представителей старшего поколения, так и молодежи. Все зависит от площадки, на которой проходит концерт. Иногда от весьма-весьма нежного возраста зрителя присутствует до глубоко пенсионного, скажем так, состояния люди. И опять-таки тот материал, который мы предлагаем творчески, он не предрасполагает направленность на кого-то. Он общечеловеческий, он всем понятен, доступен. Полную версию концерта группы «Тайсо» можно посмотреть на канале 16. Следите за программой передач. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.